Эй, Угей, с вами Шмик, мы продолжаем родить игру под названием Evoland 2. Мы уже в трехмерном измерении, да, в объемном таком мире. Мы в какой-то гробнице с ловушками. Я молодец, головоломка на огни. Короче, здесь что? Демонов атаковали. Мы с вами отправились сюда. Теперь мы думаем, что где и как. Надеюсь, они меня не подсут. Ну это огоньки, я не хочу даже проверять, на самом деле. Так, сейчас он должен зацепить по одни пламя. Да, все-таки он дамажит. Это плохо. Это плохо. Тихо. Так, все. Ай-яй-яй-яй. Не в ту сторону. Что, как мне тогда так сделать? А, вот так. До свидания. Так, в смысле, они маленькие, как они меня надамажили? Ржавый. Отпад. Я могу выпустить пар, но чем-то... Так, чем-то, что потом не будет жаловаться. Заранее извиняюсь, если сломаю его. Да, и, короче, нужно только способностями теперь уничтожать. Ну что это за бредятин? Почему я должен только способности использовать? И что я сделал? А, мостик. Я ж могу тебя, да, пойти? Ох. Вот это идет, походу, 100%. Так, готово. Так, запускаем воду, поднимаем, проходим, забираем все, что нам нужно. Хо! Это отсылка, ребят. А, есть игра про такого скелета, тоже с такими зубами, там... Аркада, я не помню, как она называется, но надеюсь, вы поняли, о чем я. Довольно старая игрушка. Да. Сейчас там игра отрендерится нормально. Ну, типа там 100% и оно... Сейчас скоро должно быть все. Так, сохранится на всякий случай. Ну что это за фигня? Ну посмотрите на него. Так, запускаем. Так, сейчас будет сложность в том, что меня будут атаковать эти. Ага. Ау. Что мне делать с ним? Что?
Ах ты ж, ё-моё. Так, готово. Запускаем. Запустили и нормально. Так, сейчас его допустим. И по идее вода должна спуститься будет на правой стороне тоже там. Да, вот здесь вот. Хотя стоять. Ничего он мне даст. Ага, и что он мне дает? Вот это сложно. Это нужно прошарить. Вниз мне по-любому никак нельзя. Ну да. Прикол. А шипы мне скорее всего ваншотнут, да? Типа тут другого варианта тоже какого-то нету. Хотя... Пока. Может быть я... Не, я не смогу. Блин, мне нужно всего лишь на одну перенести ее. Блин, вот анимация это плохо. Анимация довольно долго, вот от спуска воды. Она меня раздражает. Нам нужно шипы, да, преодолеть? Может быть, мне нужно использовать силу. Нет, он не ломает ее. Странно. Я не знаю. Я не понимаю. Ну, типа, шипы, скорее всего, меня грохнут. Если нет, тогда это хорошо. Нам, в принципе, попробовать как вариант. Да. Ну тогда для чего мне это? Прикиньте, если серьезно, шипы они не убивают. А, они просто даже не пропускают меня. Вон оно что. В смысле? Странным. Странным. Для чего мне это все? А, подожди, тут же тоже есть проход. Я здесь был. Я здесь был. Сложно. Смотрите, мне нужно доску, да? Доску. Но доски я отсюда. Смысл, я их не могу забирать. Вообще не понимаю. Как это можно пройти? И как понять, если кто-то из спутников умирает, и его можно воскресить? Тоже вот довольно занятная вещь. Непонятная, но занятная. Окей, вот я здесь. Серьезно? То есть там не было плиты? Ну блин, отсюда еще не видно, что плиты нет. Найс. Прикольно, 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 прикольно. Просто зашибись. Но кто мог же подумать на этот счет? Я не мог подумать то, что здесь нету ничего. Коев. Коев. Так, это арена. Да, это арена. Биг Слизень.
Мне кажется, здесь нужно использовать здоровяка. Бэм, 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 бэм. Ау. 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 Малявки, не убегайте. А, так они еще собираются? Большого. Нифига себе. Только я не понимаю, почему они мне дамажат. Когда они именно маленькие. Хотя не должны дамажить. Так, давайте сохранимся. Да, сохраниться можно. Сохраниться нельзя. Странно. Как узнать, когда можно сохраниться, когда нет? Упс. Упси. Да, свали. А, вон оно что. Я вам таким вот образом. Для того, чтобы достать сундук. И что же здесь у нас? Странный камень. Еще один предмет, который наверняка принесет нам вам беды. Хорошая ловушка. Вот ловушка. А, так, подожди, я здесь был, да? Значит, я сюда. А, вон оно зачем. Вы ставили один камень, но другого еще и нету. Все, я понял. Мне нужно искать камни. Замок. Так, головоломки с огнями. Ага. Ау. Ау. Да, ау. Знаете, как это больно? Это сильно больно. Страшно. Подожди, я смотрю, где там проход может быть. А, нужно сохранить хпшку себе найти очень срочно, что пиздец. Оу, чуть не задело. О, снова этот скелет. Фу, хотя хп дает, это радует. Хотя хпшка дает, это радует. Чего? Вау. Кайф. Короче, есть только одно место, куда можно положить доспехи, да? Да. Хм, прикольно. Ну, видите, здесь хотя бы пауки не такие жесткие, как там. Типа, здесь они очень быстрые, но... Они паутины хотя бы не пуляют и не прыгают. Мостик сделайте мне. Хорош. Ау.
Да, шипы много наносят. Так, готово, побежали. Время уже час, пипец. Уже час! Угу. Может, это чистая локация с этими? Почему-то мне кажется, что будет какой-то босс, который будет создавать шипы, и мы должны будем вовремя залазить в доспехи. Не знаю, почему у меня какое-то предчувствие, но у меня такое предчувствие. Мне кажется, это довольно плохое предчувствие. Так, подождите, мне нужно немного подумать. Так. Готово, поехали. Ну, типа, хабашка мне не нужна. Я умер. Да, я умер. Что-то я так и подумал, что так будет. А, она сломанная. Ладно, что. Стоп, я тогда не шарю. Ну, тогда только так. Блядь. Тупые доспехи, которые нужно будет только ставить на то место, куда нужно. Ладно, я промазал. Поливайте. Я не знаю для чего, потому что мы все равно с вами тонем. То есть, какой профит? А для чего я могу здесь его оставить? А, вон на что. Тогда все понятно. Тогда все понятно и ясно. И что это мне дает? Что мне это дает, если не могу брать шипы? Ну, броню шипастую. А-а-а. Здесь теперь такие головоломки. Так, три кнопки, поехали. Ну, это легко было. Так, сундук, скорее всего, камень там будет этот. Сразу открою себе проход. Старый камень, еще один предмет, который невероятно принесет нам беду. Так, а может быть то, что мне нужно нажать кнопку ту и эту? Давайте я просто попробую, потому что там есть вещи, которые нужно подобрать. Но их просто не достану так.
мои мысли были ошибочны. Только что это получается на меня на камне показывает, куда мне идти нужно. Есть вверх. Странно. Ну туда как попасть мне? Типа там эти есть. Их не взять. Ладно. А, стой, здесь еще. Стоп. Теперь понятно. Зеленая шишка. Но у меня есть банки с хпшкой, если что. Одна, которая фул восстанавливает, другая, которая восстанавливает мне половину. Да, половину. Ну, давайте последняя печать. Ну, не печать, а последний камень. Скорее всего... Хотя, хер его знает. Мне кажется, вот тот мужичок большой, это как раз он и есть. Да, это он и есть, нихера ты вымахал. Кто сломал мои красивые горшки? Читая. Я их только так любил. Ой. Я знаю вас. Это вы пришли в... Так. Пришли и прогнали моих друзей-призраков из леса. И теперь, когда у меня появились новые друзья, вы хотите забрать их? Тоже? Нет. Я вам не верю. У меня нет выбора. И я должен избавиться от вас. Бля. Чувствую, мне нужен этот приятель. Ни хрена. Женщина. Не, ну типа, здесь не сложно, но просто оборачиваться. Сейчас будет что-то сложно, да? Так, пока что все хорошо идет. Ну, если это так и можно назвать. А, мне нужно... Ага. По два уже делать удара. Да, босик. Манать. Манать у меня засыпает. Вы слишком сильны. Простите, мои друзья, снова я не смог вас защитить. Но мы не хотим нападать на твоих друзей. Она говорит правду. Нам просто требуется твоя помощь. Ты, кажется, достаточно силен, чтобы убрать булыжники с Майнского моста. Булыжник? Почему вы сразу не сказали? Ну это ты первым напал на нас. Ой, правда? Наверное... Пожалуйста, простите меня. Я просто подумал... Вообще-то я должен поблагодарить вас. После вашей встречи я стал другим. Прожив столько времени один, я решил наконец-то завести настоящих друзей. Полагаю, люди вовсе не такие уж и плохие. Прошли годы со... Так, со всей этой... Кутерьмы с призраками. Неважно. Вы довольно хорошо сохранились для своего возраста, мадам. Если у вас есть советы, как сохранить кожу сталь, так... Столь гладкой, меня это может заинтересовать. Хоть я не человек, у меня начинают появляться морщинки и... Эй, я вообще-то молодая. Мы можем вернуться к настоящим вопросам. Я хочу найти свой народ. Следовательно, мы должны пересечь мост.
к сожалению, я недостаточно силен для этого. Но ты ведь демон, верно? Да. Возможно, тогда я смогу тебе помочь. Считай это извинением за то, что он напал на вас. Мы, хранители, способны накапливать ману. Ману? Мой отец как-то говорил об этом. Это какая-то природная энергия. Она есть во всех животных созданиях, но опасна в большом количествах. Да, это верно. Говорят, что можно увеличить силу демона при помощи маны. Может, я дам вам свою? Вообще-то, это все, что в моих силах. Вы получили ману. Природная жизненная энергия гарантирует 100% устойчивости и не... готова. Надеюсь, она вам поможет. А теперь уходите, мне нужно немного отдохнуть. Эта битва вымотала меня. Уже годы я столько не плавал. Может, мне стоит заняться тренировками и немного сбросить вес? Значит, Джатай тоже хранитель? Как тот, которого мы встретили в лесу в моем время? Интересно, связаны ли они как-то с Матши? Ты все понял, Декстерминатор? Декстерминатор. Мы должны найти человека, который поможет нам использовать ману. Ману. А да, я знаю этого человека, это, в принципе, бабулька. Бабу, да, или как ее? Вот с ней мы можем поговорить, в принципе, и получим то, что нам нужно. Дайте я сначала прочту, что это вообще за предмет, до конца. Так, руды у меня только одна. Манна. Сто устойчивости не вредит экологии и не содержит глюкозы. Да, просто бежим отсюда. Я на самом деле не думал, что нам нужно сюда, чтобы мужик нам это камни поднял. Ну ладно. Тогда сразу к бабульке зайдем. А, да, походу вот этот мост. Бабулька. Да, на ней как под ней как раз это шарик маны. Чем могу помочь, дорогуша? Ты хоть знаешь, о чем ты мне просишь? Как... Во-первых, я могу провести подготовку, принести мне достаточно маны. Мана тоже нужна энергия. А даже тогда, если пробужден, тогда это пробужден, но умрет. О! Замечательно! Ты раздобыл немного маны. Давай начнем с мускулатуры нового. Он выйдет идеально подобным субъектом. Мускулатурный. Улучшение сил. Минус за всех второго уровня. Вы можете концентрироваться дольше, чтобы усилить атаку. О, это как раз вот почему единица, да, был? Чем могу... Так, могу помочь, дорогуша? Так, ничем. Скоро увидимся, мы... Так, резиновый тёночек. Так, могу я варить? Не могу. Ладно. Так, смотрите, что получается. У нас теперь задержка будет минимальная. То есть, ну, две задержки, да. Майский мост. Поехали. И тут есть проход тоже. Лол. Ни хрена себе. Ладно, я исследую эту всю местность, и, в принципе, мы можем закончить на этом, я думаю. Сейчас с вами все изучим здесь, эту местность, эту полянку, так сказать. Да, и вообще очень хорошо. Темный лес, больше нет. И что, здесь ничего не скрывается? Как-то я вообще сундуков больше не вижу со звездами. Их вначале было много-много, а теперь вообще нихера. Приветик. Не часто видишь кого-то на этой стороне моста. Мы назвали его Майнским мостом. Но сотни лет назад упал булыжник и прикрыл его. С тех пор никто не мог его убрать. Да и зачем со временем, в конце концов, война, люди обычно не по... так, посещают демонов.
В любом случае, я сомневаюсь, что человек сможет сломать этот булыжник. Конечно, наш босс достаточно силен, чтобы разбить этот булыжник. Хотя, вынужден признаться, он упрям, как чертов баран. Он почти не под... Так, не покидает призрачный лес. Тебе придется заставить его вытащить сюда свою филейную часть. Но никто не смелится. В смысле, он просто отпугивает всех. Но в глубине души он очень хорошая личность. Ладно, давайте, короче, сломаю, до сохранения дойдем. Бля. Мне нужно сконцентрироваться, чтобы сломать булыжник. Я просто привык уже то, что я один раз усилия делаю, и все. Да, типа двойной удар. Вау. Так, давайте сначала лево исследуем. О, вот это нужно запомнить. Что эта херня так может делать? После смерти особенно. А, я думал, он дым пуляет, а он, оказывается, бомбы херячит. Странная вещь. В принципе, когда я с локации выйду, оно автоматически сохраняется, поэтому... Поэтому да. Ну типа что, серьезно, здесь сундук нельзя было спрятать? Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Нихера там уже механический город. Шимки, посмотри! Посмотри на это! О. Что здесь произошло? Где моя деревня? Где мои родители, мои друзья? Все пропало. У меня было подозрение, но теперь я уверена. Это не наше время, временной период. Нужно выяснить, что произошло. А пошли в Джитнову, там уж точно кто-нибудь все это объяснит. Так, я смотрю, два города тут есть и... Черный лагерь. Пирамида Пророка. Ладно, давайте зайдем в Пирамиду Пророка и здесь закончим, я думаю. Великий Разрушитель накажет всех вас. Что я сделал? Что заслужил такие нимбецилов? Нимбецилов. Ну, так, мне кто-нибудь откроет? Мы же отправили за ним достаточно, так, достопочтенный пророк. Не, как ты посмел заставить меня томиться здесь? Ну, наконец-то. Когда-нибудь я заменю этот механизм. Это лучший способ защитить мою прелесть. Мой прелестный камень времени. Опа-на! Здесь есть камушек времени. Ничего себе. Ладненько, давайте, я думаю, мы с вами на этом вот закончим моменте. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.